На лыжном стадионе Масоу Зорки проходит официальная тренировка лыжников, которые приехали участвовать в традиционной красногорской лыжне. Многие годы, а точнее с 68-го года официальные старты, которые потом стали называться красногорской лыжней, проходят регулярно и являются стартами для профессиональных спортсменов. Они проходят ежегодно. Это были соревнования для отбора в сборную СССР спортсменов. Далее, дальше в своей истории, это был этап Восточной Европы. Это один из этапов Восточной Европы, Кубка Восточной Европы. То сегодня, с этого года статус этих соревнований поменялся. И это третий этап Кубка России. 25 числа пройдет спринт «Свободный стиль». 26 числа у нас пройдет спринт «Классический». И 28 числа раздельные старты «Женщины-мужчины».